Первые дни лета новый сезон открыл Волгоградский цирк грандиозной музыкальной программой «Арлекино». В этой программе принимают участие лучшие цирковые артисты, победители международных и всероссийских конкурсов, дрессированные кошки, морские львы, арабские скакуны, попугаи, жонглеры и веселые клоуны. Все это можно увидеть уже с 4 июня. Их встречают как настоящих звезд большой сцены. Красная дорожка, вспышки фотокамер, восхищенные взгляды публики. Грандиозный цирк «Арлекино» теперь и в Волгограде. Дрессировщики уникальных попугаев Дарья и Александр Анабриенко. Элегантное трио волгоградских гимнасток, веселые клоуны, от шуток которых рассмеются даже самые серьезные зрители. Кольцо сира, от которого захватывает дух. Жонглеры, дрессировщики, арабские скакуны и фаер-шоу. Каждый номер уникален по-своему, и каждый достоин аплодисментов. Мне понравились клоуны, они очень веселые. Мне очень понравилось шоу «Арлекино», потому что я люблю воздушных гимнасток, а также животных. Очень как бы зажигательное представление. Мне очень интересно, очень понравилось. В программе «Арлекино» представлен и номер с участием редких пород дрессированных кошек Ольги Безмен. Под ее руководством они не то чтобы в воду, даже в огонь прыгать не боятся. Не оставят зрителей равнодушными и вальяжные морские львы. Наши морские львы делают, в принципе, все, что могут делать морские львы в своей природе и в цирке. Это баланс, хула-хупы, стоечки различные. Плюс ко всему мы еще поем, мы танцуем, причем в разных жанрах и стилях. Ну и вот у нас есть уникальный трюк – это переход в стойке с одного ласта на другой, то есть не опуская хвоста. Все оттенки чувств радости, смеха, прекрасного настроения – все это новый цирк «Арлекино». Необычно, уже давно не были. Были когда маленькие, естественно. Сейчас уже повзрослели, еще больше интереснее. Вот теперь дочь радуем. Волгоградский цирк зажигает звезды. Стать одной из них можно до 10 июля. Детям до 5 лет вход бесплатный.